Всем здорово, с вами Фанни, приключения. Ну чё, будем играть. Но так много прошли. Хайган нечестивый. Ну, да, да, да. Что пощадить тебя, если ты не будешь против него играть? Да. Вообще-то нет, не думаю. Отлично. Ну да, началось. Все началось, началось. Блять, не то я сделал. С удовольствием посмотрю, как ты будешь умирать. Тут ты ж, тут ты чё, в натуре. Мне не хватает маны. Долго ж тебе ждать-то придётся. Да ты шутишь, ну давай, мне кажется, нужно заново начинать. Тупой не заход карт. Это ж не левый. Танцуйте, глупцы! Вообще-то ты не левый. И не правый. Да нет, все, ребята, перезапуск. Убить судьбы. Страшно скверно. Кстати, вот этого коня смерти нету вообще в игре. Вообще нету. Давайте, у меня что-то такая идея пришла, давайте со шприца поиграем, Он лечит. Он все излечит. Как он такой идея? Внутреннее зрение. Вот это дичь, вот это дичь. Ого, ну вот это? Это, наверное, с потасовки еще осталось. Да что за дичь, где ты? Никогда они больше не берут тем, там, где по одной из этой карты. Ну такую... Нет, я такую дичь не буду брать. А такую дичь возьму. Дичь. Бред. Давайте сначала тут залезть. Хули нового. Где ты, моя сладкая? Вот такое. Тут такое надо дело брать надо. Хули. Все, теперь пошел добор. Единички мы берем. А вот двоечек бы я бы взял. Да, побольше таких. 2-3 надо. 2-3. Хотя вот тут двоечка будет круто. Пошли на троечки. Надо было карт 5. А, ну, или в правую сторону, кстати, дичь эту свою. Будем таунтиться, все. Ну, где-то было, ладно, до сегодня Сандарайка. Может, то уже криворуки. Пишу неправильно. Говорится, искусство орфографии — это как искусство кунг-фу.
Мастера его применяют только когда оно реально нужно. Вот это дичь. Вот этот голем нужен. Владимир он нужен. Блокируем. Что рекомендуется? Вот он стоит. Все готово. Все должно быть. Изи. Изи. Слышали меня? Изи. Это ж надо. Андуин и Эйгон нечестивый. Думаешь, здесь ты в безопасности? Свет дарует мне победу. Что за тупую? Затупил, он же сейчас через монетку разыграет коня. Он всегда тут будет. Всегда. Это даже... О, что такое? Зачем меня? Нет, ну это повезло. Это просто везение. Просто везение с моей стороны. Но вот... Трое. Танцуйте, глупцы! Точно! Глупец. Слышишь? Тоже мне действительно так необходимо. Опа, она. Ну, давай заценим. Вот такая карта. Ох, вы не видите моего пальца вверх. Опа, она. Ну что там? Три. Давай, 8-3. Чё-то мне не очень нравится. Да? Да. Да ты шутишь. Да ну, друг, ты завязывай с этим, ты слышишь? Дебил я. Бездна ждет. Да, бездна, между прочим, ждет тебя. Две карты скидывает. Дичь. Блядь. Засада, слышите, ребята. Ой, карты вроде неплохие у меня, но... Вот это я дичь, короче, замутил конкретно. Что ты ебаное извержение, сука, как меня бесит. Бляха, подайте мне нормальное... Ну, кого-то хорошо. Просто я приворочка, так что это... Ну, что смотреть? Ну, вот я затупил, потому что... Ох ты, наконец. Ну, всё. Сука. Блин. Как так? Вот вы видели, как я играю? Вот так никогда не играйте. Вот это вот запомните, вот эту игру никогда так не играйте. Андуин и Эйгон нечестивый. Да ты чё? Думаешь, здесь ты в безопасности? Ну? Свет дарует мне победу. Я осознал, что я буду тупой, что я оставлю, наверное, 5. Вот тут. Вот это вот дело, вот это дело уже, вот это я понимаю. Так, вся дичь, что заключается вот это вот. О, дичь-то какая. Давай, что ты, извержение, а? Не хочет, сука. Да ты сдохнешь, все же. Дебил.
Только не призывать, я вас тебя умоляю. Вас. Ну неплохо, ну. Не сказал бы, что хорошо, но, блядь, неплохо, неплохо. Получше будет, я бы сказал, сука. Ну, пристала мама. Это пиздец, если честно, ребятки. Сука, ну, блядь, ну надо кто-то уставать. Я не знаю, что... Да, блядь, заебал. Ты будешь когда-нибудь делать дичь? Давай еще две карты. О. Вот это дичь. Я взорву ваш мозг. О, спасибо. О, это дело. Ну, вообще красавец. Ой-ой. Ну, бля, ой, ну, бля. Нет, тут тоже есть. Ебать, я дал его. Ты чё, меня замерить хочешь, дебил? Танцуйте, глупцы! Породила бездна. Да ударь ты, пожалуйста, хоть раз ты, сука, его. Заебло. Бесишь уже. Ну, короче, сейчас на изи, сейчас, быстренько. Ой, блядь. Сюда, да? Ой-ой, бич судьбы. Сюда! Да ты шутишь, сука. Зачем меня призвали? Наконец-то, мать его, просто наконец-то. Только вообще не понимаю, зачем. Еда, еда, иди скорее сюда, о, еда. Это круто. 10 из 10, я отвечаю. Да соснешь, ага, сейчас. Зачем вы говорите по ничего? Да не зачем, просто я дал. А временно подумать, Я
One damage, one little. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сука! Ну ладно, всем, короче, пока. Был с вами Фанни. Мы это знали. Увидимся в следующих выпусках.